И принесли вот этих двух котят. Я не знаю, что за зверство было с ними. Но посмотрите, у одного нет вот этой лапки. У другого нет другой лапки. Два котенка. Лапок нету. И здесь нету. Два крошечных инвалида. Кто сделал это зверство, я не знаю. Но нашли их возле больницы. Вы знаете, вот есть такое подозрение, что какая-то тварь тренировалась и отрезала им лапы по суставам. Вот такие малыши. Потому что это страшно. У одного нет левой лапки, у другого нет правой. Искалеченных каким-то уродом. Ты мой хороший. Ранки закрытые, поэтому малыши у меня в кошатнике с котятами маленькими. Эй, ты красивый. Ты маленький мой. Вот эти спят. Эти спят. Там тоже кто-то спит? Нет, там никого. Чего ты? Кто у меня плачет, не могу понять.